Всем привет! Обзор на конвекторный обогреватель модель DL06 Stand. И вот так вот выглядит сам обогреватель. Здесь у нас две ручки по бокам, две ножки внизу. Здесь у нас переключение режимов. Здесь у нас указывается производитель, модель, мощность. И здесь у нас находится включение-выключение, выбор режима, мощности. Если мы нажимаем одну кнопку, у нас включается обогреватель, мощность на 750 Вт. Нажимаем верхнюю кнопку, у нас включается мощность на 1250. И если мы нажимаем обе, то это у нас максимально 2000 Вт. Включаем. И также здесь находится регулировка. От меньшего к большему. Его хватает для помещения комнаты до 20 квадратных метров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!